12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики. Ровно 60 лет назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил, казалось, невозможное. На космическом корабле «Восток» он первый из людей полетел в космос и впервые совершил орбитальный облет Земли. Северский район присоединился к празднованию такого эпохального события. Во всех поселениях муниципалитета прошли торжественные мероприятия и акции. Поехали! Онлайн-челлендж «Космический пульс России», «Я живу на улице Гагарина», конкурс «Космическая поэзия», а также конкурсы рисунков и поделок для детей. Поехали! 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 В Северском доме культуры в честь Дня космонавтики прошло праздничное мероприятие «Космос рядом». Его посетили ученики средних классов. Для школьников подготовили увлекательную программу, включающую в себя викторину, загадки и физические упражнения. Покорение космоса – великое достижение, которое останется в памяти на долгие года.